Добрый день, подписчики моего канала, гости. Хотелось бы рассказать вам еще об одном моем увлечении. Это выкладывание картин стразами. Заказала себе картину. Посмотрите, пожалуйста. Должна получиться вот такая картина. Размер 40 на 50. Пришла в очень удобной упаковке. Картина натянута на каркас. Уже не надо будет ее делать, растягивать. Удобно очень. Уже садишься и накладываешь стразинки на липкий слой. В набор входит пинцет или ручка. Сейчас посмотрим. Стразинки. И под стразинки вот такого плана желобочек. Формочка. Есть треугольные, есть квадратные. Сейчас я вам все покажу. Сейчас я открою картину. Мне одной рукой неудобно. Открою коробочку и покажу вам картину. Я уже начала ее делать. Я вам сейчас сделаю просто обзор. А саму картину мы будем выкладывать с вами попозже. Я уже ее начала выкладывать. Ну, я покажу, как я это делаю. Снимем чуть-чуть попозже еще одно видео, я вам все расскажу. Сняла я коробочку, вытянула картину. Вот такая картина у меня получается. Такой объем работы я сделала. Липкий слой очень хороший. Стразинки не отваливаются, не топорщатся. Вот еще что мне осталось сделать. Посмотрите, пожалуйста. В набор входили, сейчас я вам покажу, подвину немножко картину. Вот еще, вот такого плана, эту я заказывала на AliExpress, сделана она по фотографии, я начала делать, до половины доделала. Это я отсылала фотографию своего сыночка. Эту картину тоже. Она в процессе. Сделаем вместе. Я вам тоже покажу. Эту картину я ждала недели две. Она шла мне. Тоже очень хороший липкий слой. Очень удобно. Сажусь. Включаю лампу. Вот такую лампу мне сделал муж. Я включаю, мне очень удобно, сажусь и вечером могу уложить ребенка и сесть, заняться своим делом. И работаю. Сейчас я вам покажу, что входило в набор. Подвину немножко картину, чтобы не мешало, и покажу.
в набор входили стразинки. Вот сама картина с инструкцией, с цветами. Расписано под каждый цвет под номером. Вот такая инструкция. Вот такой пинцет. Вот такой пинцет. Есть еще очень удобная вот такая ручка. К ней идет липкий слой. Сейчас я вам покажу. Липкий слой. Вот у меня уже кусочек небольшой остался. Здесь отодвигается вот так клееночка. Набирается ручкой. И затем натыкиваем на стразинку. Очень хорошо держится. Я потом вам все расскажу, покажу. И вот такая формочка ребристая. Насыпаем сюда стразинки. Раструсиваем их и затем выкладываем. В набор входили вот такие стразинки под разными цветами, под номерами. Идут номера. Расцветка, конечно, очень красивая, яркие цвета переливаются. В моем полотне больше темных цветов, соответственно, черного идет чуть побольше в большом пакетику. Вот такую красоту я делаю. Присоединяйтесь, заходите на канал. Будем с вами вместе заниматься, развиваться. Ставим пальчик вверх, подписываемся. До новых встреч!